Трасса Астана-Алматы-Чик. Во-первых, мы сделали диагностику машины. Во-вторых, собрали все свои вещи в китайские сумки. И в-третьих, выехали в 3 утра, чтобы через 17 часов в 9 вечера оказаться в Алматы. Но впереди нас ждали небольшие приключения, поэтому мы не смогли это сделать. Итак, смотрим дальше, что с нами было. Так, вот какие-то сопки, да? Зеленые, да? О. Так, выехали, доехали до Караганды. После Караганды ехать намного сложнее, очень много съездов, объездов, плохих дорог, степных дорог, очень много грузовых машин, которые сложно обгонять, очень много патрульных, которые контролируют правила дорожного движения, особенно скоростной режим. Так, мы подъезжаем, короче, к Балхашу, вот уже. Тоже совсем рядом время. 10:49. Итак, в Балхаше мы заправили машину в полный бак, перекусили, отдохнули, также успели чуть-чуть поплавать. Перед выездом спустили давление с шин, двинулись дальше в путь, осталось 50% пути. Между Балхашом и Алматой на половине пути мы решили дозаправиться, полный бак сделали. Но можно было это не делать и доехать уже до Алматы до конца. Это была неудачная наша попытка заправиться, потому что после этого машина вообще не захотела ехать, то есть она не набирала скорость. Потом скорость начала потихоньку падать. Один момент вообще машина остановилась, и мы 30 минут стояли под 40-градусной жарой. Потом машина потихоньку поехала. Смотрим, ребят, что-то, короче, заправились последний раз на Гелиосе. Что после этого машина начала тупить, вот газующий. Вот. Сейчас в одном положении держу вот газ, то едет. Кто не едет, вот так вот дергается, короче. Шумит еще. Простреливает, бывает, выхлоп или куда-то воздухан стреляет, она куда-то, короче, стреляет. Вот сейчас в одном положении газ держу. Вот так вот она тупит у меня. Вот чек. Гонева, короче, да. Вот стреляет, короче, она выхлоп. Вот забрались, 5000. Сейчас, что здесь? 20. Останавливаться. Вот сейчас остановишься, заглушишь, там постоишь минуту, заведешь, дальше начинает ехать. Да. Думал бензонасос, но нет, да, не бензонасос. Мы уже так вот проехали, уже сколько проехали мы? 10-30, где-то 70 километров проехали, после того, как начал тупить. Вот так в рваном темпе едем. Сейчас вот остановлюсь. Что такое? Чуть-чуть осталось, вон, 160 км осталось. Ну, это прям до гостиницы, там у нас буквально километров 120 осталось. Сейчас, включи аварийку. Ох, я... Вот. На холостых вот? Машина не троит, как будто вот стреляет, как будто вот сбито зажигание. Сейчас я его заглушу. Расход вот, кстати, вот поднялся у меня до 11 литров. Блин, думал, либо плохой бензин залили, что еще может быть. Потом думал, лямбда, катализаторы вырезали, думал, вон та обманка может начала свистеть. Но я чек не загорался, лямбду отключил, загорелся чек потом. Теперь вот давлю, ну, вот он идет теперь. Вот, смотри, да, чек загорелся, да? Вот чек загорелся, смотри. Выключи, ладно, все. Вот сейчас вот он нормально едет. Ладно, будем дальше ехать. Ближе к городу попробуем где-нибудь на нормальной заправке 95-го залить. Потом будет видно. За 100 километров мы заправили полный 95-й, и, к счастью, машина лучше поехала. В 12 ночи мы уже были в Алмате. Потом выяснилось, что у нас забился топливный фильтр. И, в общем, наша дорога заняла 21 час, учитывая плохую дорогу и нашу поломку.